Добрый день! Рады приветствовать вас на канале «Ладно да складно». Сегодня у нас четвертое занятие, и мы попробуем отрабатывать стежку параллельных линий. Параллельные линии нам будут нужны не только прямые, но и в виде различных овалов. Вот мы сейчас и попробуем это сделать на примере лепестка цветов. Показываю, как надо тренироваться. Итак, мы заправили нитку, сделали небольшой кружочек. Это у нас будет середина цветочка. И рисуем произвольно 5 лепестков. Я поставила лапку пластмассовую на этот раз, другую, чтобы как-то показать работу всех лапок. Итак, приступаем. Нам нужны 5 лепесточков. Лапка опущена. И мы приступаем к работе. Совершенно произвольной формой их делаем. Так, последний лепесточек. Так, и теперь мы будем делать линии внутри этих лепестков. Для начала не делайте их слишком близко друг к другу. Так. Вот так. Вернемся по контуру листочка. Если нам удобно, мы вот так ткань поворачиваем. Вот иногда это могут быть всего 2 линии. Иногда можно их делать почаще. Вот, допустим, вот так. Так, переходим к следующему лепесточку. Ну, еще здесь можем сделать линию. Так, затем по контуру возвращаемся. Так, и последний лепесточек зашиваем. Так, затем идем и делаем еще лепесточки или листочки давайте сделаем. Вот такие уже подлиннее. Так, доходим до центра цветочка. Так, и вот здесь такой же делаем. Придерживаем здесь пока ткань, она еще слишком воздушная. Так, листик, что мы можем с ним сделать? Мы можем его вот так пройти, по контуру возвращаемся. Так, следующий листик. Можем сделать его побольше. Так. Одну часть сделаем вот с такой прожилочкой. А вторую часть оформим ну, как-то вот так.
Здесь уже нам помощь наша фантазия. Так, переходим к следующему нашему. Вот здесь между лепесточками пространству. И заполняем его очередным листиком. Так, сразу его разделим на две половинки. Одну половинку сделаем допустим, вот такую, а вторую разделим пополам. Когда мы закончили вышивать наши листики, мы обойдем весь наш рисунок строго по контуру, по тем же линиям, по каким мы шли первый раз. Мы сделаем как бы наш рисунок более ярким. Так, следующий. Не спешим, стараемся попадать именно в эти же линии. Если вот так тяжело ходить назад, не надо, повернем вот так и иголку на себя. Правильно говорят, конечно, надо шить ткань не крутя. Надо приладиться, водить ее вот во все стороны. Ну, очень тяжело, особенно в самом начале, приладиться, видеть, куда вот так двигать ткань, куда там строчка идет. Поэтому для начала, я считаю, ничего страшного, если ткань мы будем поворачивать так, как нам удобно. Конечно, удобнее всего двигать ткань от себя, тогда обзор лучше. И если мы на этапе обучения вот так ткань разворачиваем, ничего страшного в этом нет. Делаем так, как нам удобно. Когда мы обойдем по контуру весь вот так наш цветочек вместе с листьями, мы ходим вот все по кругу. Только внешний контур. Пытаемся подчеркнуть, чтобы он был поярче. Так. Затем, вот мы уже подходим к завершению этой операции, а затем мы сделаем вот так. На расстоянии примерно 2-3 миллиметров мы обойдем этот цветочек параллельной линией. Обычно так мне вот понравилось отделять сам цветок от фоновой стежки. Например, если я решу делать здесь стежку мозги, то я вот такой линией отделяю рисунок. И мозги у меня будут вот располагаться вот здесь, не заходя вот за эту линию. Вот здесь я их располагаю. А за линию, за эту, не захожу. Так, ну вот можно вот так развернуть. Миллиметра 2-3 буквально здесь вот. Это расстояние, это достаточно. Так, опять весь цветочек вот таким вот образом мы пройдем. Это тоже навыки параллельных изогнутых линий. Как то
только у вас начали получаться прямые линии, как только правильно настроилась машинка, можно уже приступать вот к таким линиям. Так, вот, мы прошли по кругу. Для тренировки начинайте вот здесь опять делать такие же лепесточки и зашейте так весь ваш вот этот сэндвич. Ну вот, например, вот так, да? Теперь опять по контуру цветочка продвинулись вот сюда. В этом месте сделали еще лепесток. Поработали с таким рисунком. Устали? Отдохните и переключитесь на другой. Например, сделайте вот такую линию. Пройдите параллельно. И затем в этом пространстве попробуйте делать кружочки, чтобы не выходить вот за эти линии. Это уже будут у нас элементы. Элементы. Ну, вот такие. Как бы мы уже начнем осваивать так называемые камушки. Затем немножечко можно попробовать. Вот когда я вот так строчку сделаю вокруг рисунка, потом мне нравится уже фон, я делаю, ну, например, мозги. Вот я начинаю их вот так. Мозги могут быть мелкие, могут быть покрупнее. Сначала я обхожу весь рисунок, вот этот вот, по контуру. Стараюсь не заходить за эту линию. Ну, мозги это немножечко, это совсем тоже не сложно. Сначала потренируйтесь нарисовать их на бумаге. Линия должна все время менять свое направление. Когда при мозгах, вот мы их пытаемся шить и долго идем по прямой линии, вот, например, вот так вот, да? Вот так, это неправильно. Их надо постоянно менять направление. Все это приладитесь. И все это очень скоро начнет получаться. Затем можно делать, опять вернуться к вчерашней нашей работе. Я не знаю, как эта точно строчка называется, называю ее улитка. Любой рисунок тренирует наши руки. Поэтому работаем. Работаем, работаем и работаем. Еще один вот такой сэндвич размером 50 на 50 или 70 на 70 мы с вами должны зашить. Вот мы сделаем здесь, допустим, какой-то рисунок. Да, какой-то рисунок, и затем вырежем нужную нам форму. Это может быть круг, или это может быть овал. И мы с вами, обработав этот край обыкновенной беечкой косой, получим ухватку. Еще потренируйтесь делать вот такие завиточки. Вот так пришли сюда. Теперь идем назад. Вот так. Вот такие завиточки. Затем можно сделать. Завиточки ведь разные могут быть. Можно сделать вот такой. Все что угодно. Тут уже, когда машинка работает, когда уже нервы немножечко у нас на месте, когда мы перестаем расстраиваться по этому поводу, что у нас рвется нитка, нитка рвется. Вот бывает, вот у меня вчера машинка шила хорошо, ничего с ней не делала, никак не перенастраивала.
Не пойму, сегодня даже вот эту хорошую импортную нитку она у меня несколько раз порвала. Я прихожу к выводу, что я сегодня взяла другую ткань, она немножко поплотней. И опять требовалось немножко сделать слабее верхнюю нитку. Вот я ее немножечко поотпустила, она стала идти свободнее, и все, машинка снова шьет. Так что не спешите, не дергайте ее. Причина должна быть, и ее надо просто обнаружить. Машина здесь ни при чем. Ткань-то поменяла, ткань стала другая. Вот отсюда и проблема. Так, что еще можно нам сегодня? Какой рисунок с вами сделать? Вот камушки мы попробовали. Вот что такое камушки? Как я поняла, да? Вот делаем кружочек. Рядом с ним еще кружочек. Еще, может быть, овальчик. И вот так вот ходим. Так тоже заполняют фон. Так, заполняют фон. Потом можно еще, я видела, фон тоже заполняют девочки. Мне тоже понравилось, когда вот маленький полукруг. Я показывала это вчера, но там у меня была не очень удачно расположена камера. Она стояла около машинки, я не заметила. Она прикасается к машинке, а машинка, конечно, все-таки стол-то, вибрация идет, и камера у меня очень сильно дергалась. Покажу еще раз. Сейчас я камеру прикрутила к другому столу, который стоит рядом. Вот такие делают листики, заполняя тоже фон. Это мы вчера уже с вами видели. Ну вот покажу еще раз. А потом завтра мы с вами уже попробуем делать перья. Так, а сегодня... Вот у нас такая работа получилась с вами. Смотрите уже. Я всегда говорю, как только пошла прямая линия, как только машина у вас слушается, можете делать уже все, что угодно. Вот такую работу, как вот сегодня мы с вами проделали, некоторые смогут сделать после 2-3 часов тренировки. Даже не думайте. И не настраивайтесь на то, что вам надо тренироваться месяцы. Нет. Надо настроить машинку. Вот машинку можно настраивать целый месяц. Если получится ее настроить за 2 часа, очень быстро вы начнете стягать. А дальше уже будем с вами нарабатывать, конечно, технику. Я еще тоже только учусь. Я еще... тоже иногда теряюсь перед какими-то проблемами, которые у меня возникают. Поэтому я и решила сделать вот такие передачи в помощь тем, кто только-только знакомится с таким прекрасным творчеством. Итак, тренируемся. Тренируемся, зашиваем весь сэндвич. Но не усердствуйте очень. 1,5-2 часа в день. Этого достаточно. На этом сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пишите ваши комментарии, замечания, пожелания. С удовольствием всем отвечаю. На сегодня это все. До новых встреч на канале «Ладно да складно».